Как признается экс-форвард футбольного клуба «Орел», звездочки в этом возрасте игроков зажигаются, но выбор футболистов все равно невелик. В других регионах он в разы больше, а потому призывает проводить первенство области и искать таланты. Его же подопечные, несмотря на 3 победы, футбол в мини-формате все же недолюбливают. Нам никому не нравится играть по мини-футболу. А почему? Непривычно. Легче на поле. Все стараемся. Я спасаю свою команду, как могу.